простор и наш дом, Уральские горы наш дом, и Крым, и Курилы в нем, наша в нем наша сила. Теперь они могут петь часами. Приятно исполнять любимые произведения, когда под рукой новый профессиональный микрофон, а из колонок идет чистый звук. К тому же сама студия звукозаписи значительно обновилась. Вот раньше даже сама комната, были вот эти обои, в одном месте нету, в другом есть, микрофоны старые, все барахлило, были странные стойки для меня, по крайней мере. Ну, а сейчас новое оборудование, оно мне нравится, плюсом еще комната, она выглядит очень стильно для меня, и плюсом эти шкафы очень, не создают эхо, и это очень классно. Гораздо легче стало работать и детям, и взрослым, и руководителю. Конечно, здесь, когда приходят, они волнуются, но сам звук уже немножко другой, поэтому дети быстро-быстро приспосабливаются, стало проще. Во многих вещах стало проще. Наличие такого оборудования в музыкальной школе – это большие возможности и для обучения, и для концертной деятельности. Звуковая карта, студийный микрофон, динамики, телескопические стойки и все необходимые комплектующие были закуплены в рамках благотворительного проекта «Энергия добра». Надеемся на продолжение, потому что еще нужно работать, и поэтому думаем уже про новые проекты, вот, про новые возможности, которые нам позволяют только повышать качество и возможности наших детей. Академия талантов проводит более 700 мероприятий в год. В студиях, мастерских и лабораториях занимаются почти 8 тысяч детей от 5 до 18 лет. Ребята участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня. В «Газпром» добыча ярмарка уверены, новые музыкальные инструменты станут дополнительным стимулом для развития творческого потенциала новорингойских детей. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новорингой. В нем наша сила!